Період життя в карантині вніс свої правила. Особливо складно довелося людям, які страждають від насилля. Насилля в родині. Сьогодні будемо говорити про те, як же бути в такій ситуації. І допоможе нам у цьому Людмила Коломоєць, голова правління благодійної організації «Позитивні жінки». Пані Людмила, раді вас бачити. Добрий день. Добрий день. Отож, життя в карантині справді дуже складно людям, особливо якщо вони знають, що вони закриті, і що треба для того, щоб втікти, зібрати купу документів, і в тому числі ще і документи, які пов'язані з ковідом. Тож, що на сьогодні, яка ситуація складається, і чи можете ви розповісти про це трошки більше і детальніше? Ну, сложності, как бы, карантин внес в каком плане? Люди оказались в закрытом помещении, это когда вот был такой вот локдаун полный. Так. Люди лишились каких-то средств. Почему? Потому что сложно было найти работу. Были какие-то заведения, которые были закрыты. Были закрыты там садики, были закрыты школы, дистанционное обучение. Тоже скопление людей в комнате. И так были проблемы. А ну, карантин как бы дал, внес свои коррективы. Плюс, с чем мы столкнулись, вот для того, чтобы поместить женщину в приют, нужно собрать... Ну, это же зараз так само, это же ничего же не закінчилося. Да. Тобто, это не так, что колись это было уже завершилось, а так и есть, да, зараз, да, правила не змінні. Нет, правила остались правилами, и плюс еще добавился тест на ковид, который тоже стоит денег. И для того, чтобы сделать его быстро, нужно платить там порядка 800 гривен. Да, есть какие-то там места, там где 300 гривен, даже нам предлагали какую-то дешевле какую-то диагностику, но это на другом конце города, и мы экономически, ну, посчитали, и нам выгоднее там делать в лабораториях, которые находятся в центральных частях. Но для этого нужно найти деньги. И потом есть некоторые анализы, вот, например, сертификат у психиатра, сертификат у нарколога – это платные услуги. Ну, например, тест на ВИЧ – это бесплатно, но есть еще другие анализы. Есть анализ на гепатиты. У меня, конечно, очень много вопросов, зачем? Но это отдельная тема. Мы сейчас говорим о доступе к этим услугам. Вот на сегодня у нас в Днепре есть два замечательных заклада. Коммунальные, которые оплачиваются городом, и это счастье. Вот, и все равно доступ в эти учреждения, ну, достаточно такой непростой. Единственный, конечно, большой плюс, на сегодня мы уже смогли договориться, что если женщина вот в критическом моменте, то достаточно вызвать полицию, и полиция ее привезет тут же в место дислокации, условно говоря, без документов. Потом в течение там 3 дней с этой женщиной пройдут все эти там нелегкие пути, и этот вопрос решится сам собой. Но дело в том, что есть женщины, которые, ну, из года в год находятся в этой ситуации, и иногда даже боятся вызвать полицию. Они обращаются в общественные организации, и тогда этот путь удлиняется. Почему? Потому что не всегда есть деньги. Не всегда есть возможность. Есть очередя, есть подвязка к декларации семейного врача. Есть женщины, у которых вообще отсутствуют документы. Есть женщины, у которых там достаточно много детей, и их хотя бы надо определить на какой-то момент. И поэтому мы пытаемся всячески как бы закрыть вот эти вот прорехи. И вот я, собственно, сегодня говорю о таком интереснейшем как бы опыте. У нас там сейчас небольшой проектик, ну, всего лишь на 6 женщин. Но я думаю, это первый шаг. Вот смотрите, есть хороший закон. Есть полиция, которая реагирует. Мы сейчас не будем говорить о качестве, но они реагируют. Они обучены, они реагируют. Но в любом случае, звонишь на 102, полиция приедет в любом случае. Там уже по месту будут решать, качественно, некачественно. Есть учреждения, куда можно поместить женщину. Есть коммунальные и есть альтернатива. Это вот, ну... А они не переполнены, эти заклады? Женки поселяются в любом случае, даже если их будет больше, чем нужно, так? Все равно их есть куда поместить. Ну, на сегодня, как бы, на сегодня есть. Но я думаю, если информационная кампания будет идти вот с такой же скоростью, то скоро, честно скажу, мест будет не хватать. И есть альтернатива, есть вот, ну, общественные организации, которые тоже предоставляют такие услуги. Но там тоже нужны какой-то минимальный, но нужен какой-то пакет, потому что там хотя бы флюорографию пройти, хотя бы тест на ковид. Ну, звичайно, чтобы эта женщина не наражала, да, на небезпеку інших. Да. Звичайно, это треба все сделать. Але якби це було централізовано, що я маю на увазі, щоб, наприклад, поліція займалася цим, так, далі медичні установи, які теж розуміють ситуацію, могли зробити все це або безкоштовно, або щоб це просто хоча б було зрозуміліше для жінки, куди їй треба звернутися і як це пройти,
швидко, так, без черг, без нічого. І далі, щоб вона була повністю вже на місці, де можуть дати їй психологічну допомогу. Бо людина, яка знаходиться в психологічному насилі, вона не завжди розуміє взагалі, що їй робити. Конечно, конечно. Тим более, ви розумієте, це, знаєте, ми зараз же беремо середньостатистичну жінку, у якої тільки уязвимість в тому, що вона страждає від насилля. Ну, цього для мене достатньо. Ну, плюс ще й жінки, які не зовсім здорові, жінки з інвалідністю, жінки з ВІЧ-статусом, жінки, ну, имеющие большое количество детей. И это как бы, ну, эту проблему, ну, делает еще более проблематичной, условно говоря. Потому что такую женщину желательно сопровождать из пункта А в пункт Б, для того, чтобы этот процесс вообще был завершен. И для меня вообще противодействие насилию – это очень комплексный подход. Потому что, понимаете, полиция и коммунальный заклад, они вроде и находятся территориально недалеко, но по факту вот этот вот мостик, его, ну, на сегодняшний день нет, потому что эту женщину надо взять за руку, помочь и даже объяснить, потому что иногда в таком состоянии женщине нужно объяснять, к какому врачу подойти, что сделать. Эти безумные очередя, вот эти вот ненормальные электронные какие-то направления, в которых не каждый человек, который не страдает от насилия, может разобраться. Так я вот возвращаюсь вот к этому пилотному проекту, условно говоря, я очень люблю, когда есть вот заходят такие проекты, когда они не придуманы, а когда они вот уже рождены потребностью, потому что когда мы сидели в карантине, я понимала, нужно покрытие. Вот сейчас у нас есть уже 4 женщины, которые воспользовались этим проектом, который мы смогли оплатить транспортировку, мы смогли оплатить оплату хостела, потому что женщины появлялись в разное время, и мы не могли, пока не пройдут они анализы, мы не могли их просто оставлять в тех условиях, в которых они были. Мы снимали им хостел на какие-то там 3-4 дня, и проект это предусматривал. Угу. Мы могли Людмила, а вот скажите, справді, ну, це такий результат серйозний, але ж насправді набагато більше людей, які страждають від насилля. Тобто вони могли би звертатися і частіше, я так думаю, просто ще немає такої інформаційної, можливо, підтримки. Можливо, ці люди просто не знають, що є таке в суспільстві, і вони самі по собі, вони десь живуть серед сусідів, родичів, які і так знають, що, ну, у вас така ситуація, ви такі, от ви неблагополучні, все. І на тому крапка. І ніхто не прийде, ніхто не допоможе, і там, не знаю, може статися взагалі страшна ситуація з цією родиною, і з дітьми, як далі і що бути, чим це завершиться, це невідомо. Тобто є така організація, добре, що є 4 людини, але мені здається, що це маловато. Ну, конечно, треба більше, конечно, щоб було. Ну, смотрите, ми завжди приходимо, ну, наприклад, закон о домашнім насилі, це 17-й год, декабрь місяць. Не так, тому що ми далеко і ушли. Поки його регулюють, розумієте, треба пройти непростий путь. Реформа медицинська нам дала понять, що не так це все просто. На бумагі прописано, але поки воно внедриться. Ну, ковід теж внес свої корективи, розумієте, нова інфекція. Теж люди там брали за голову і не розуміли. Сейчас немножечко выруливается, уже вакцина есть. Поэтому мы идем маленькими шагами, и поэтому для меня очень важны вот эти показательные истории, когда ты берешь какой-то кейс, условно говоря, и ты его отрабатываешь, и показываешь государству, как можно вот закрыть вот эти прорехи. Вот скажите, пожалуйста, вот с 17-го года по сьогодні есть какие-то такие серьезные зрушення, пока цей закон начал работать, и уже знают, как на него реагировать? Полиция та же самая, полиция раньше не занималась, не опікувалася такими справами настільки серйозно і за такими викликами, особливо, якщо це, наприклад, психологічне насилля, так? Не дуже мали можливість, тобто не було тих речагів, які були би для того, щоб вирішити цю проблему. То як зараз? Як на сьогодні? Ну, я вважаю, що закон працює достатньо добре, але, розумієте, тут же ще залежить все-таки від начальства, від руководителей. Ну, смотрите, терміновий заборонний припис, в принципі, в законі був прописано, що його могут выносить полицейские, которые выезжают на случай, и также может выносить участковый полицейский. Но, к сожалению, пока там не было каких-то бланков, они не знали, как заполнять. Многие полицейские боялись брать на себя ответственность, потому что полицейский выезжал, и вот представьте себе, в течение там 10-15 минут он должен был, вырванный из контекста истории, он должен был определить, кто здесь жертва, кто агрессор, и действительно ли это домашнее насилие. И я их понимаю. Наконец-то полицейских обучили, все они стали более-менее толерантными, они понимали и там уже на свой рассуд как бы определяли, кто жертва, кто агрессор, и понимали, что терминовый заборонный припас нужно выписывать вот здесь на месте. Этот припас дает право женщине, пострадавшей от насилия, почему говорю женщины, потому что, к сожалению, статистика все-таки повернута больше на женское лицо.
Вот. Поэтому женщина должна была, могла по этому припису оставаться дома, а агрессор должен был покинуть территорию, независимо от прописки, даже если это жилье агрессора, условно говоря, а женщина, пострадавшая от насилия, вот живет там в качестве... Mm. Там... И це полицейские, да. Ну, вони могли його попередити, але чи буде виконувати насильник? Вот хороший же вопрос. Смотрите, вот эту отработали схему. Терминові заборонні приписи виписують практично кожна патрульна бригада, тому що вони вже поняли, що це діє, вони поняли, що у них є повноваження. Но, к сожалению, вопрос, як вони виконуються, тому що часто сейчас оспаривають в судах, смотрите, якщо несколько раз нарушен терміновий заборонний припис, там уже можна виписувати обмежувальний припис, який діє не на 10 днів, а на полгода. І там уже, ну, якщо нарушити обмежувальний припис, там уже йде кримінальне впровадження. Поэтому сейчас мы идем по этому пути. Вот мои коллеги, которые там в Пани Патронессе, мы объединились 10 организаций, это называется адвокационная сеть Пани Патронесса. Потому угу. что, вот знаете, вы, может быть, помните тогда, когда я еще там была руководителем шелтера, я по факту, я была одна, и было очень сложно. Сейчас мы объединились 10 мощных организаций, каждый занимается своим. Кто-то юридическим сопровождением, кто-то психологическим, кто-то сопровождает в судах, кто-то социально сопровождает, кто-то там помогает продуктами, питанием, съемом квартиры. То есть каждый занят своим делом. И вот тут у нас появилась возможность уже, ну, вот, работать на полную силу, потому что я не везде и одна, а я вот четко очерченный какой-то круг задач, я могу выполнять угу. это. И по факту получается... Ну, результат вже є кращий, звичайно. Так, ну, щоб багато людей займалися, опікувалися цією проблемою, да. цим питанням. З приводу дітей, теж дуже важливе питання. Якщо, наприклад, є насильник, є жертва, то як діти? Діти теж вважаються жертвою насилля? І що з дітьми? В законодательстве, конечно. В законі вони прописані прямо як учасники процесу, і вони являються жертвами насилия. Но, к сожалению, на сегодня статистики нет вообще. То есть, если это женщина с тремя детьми, то только женщина считается жертвой насилия. А детей практически не видят. И, ну, для меня это очень печально. Очень печально, потому что вот когда, даже когда вот у меня был шелтер, и у меня запрашивали данные, то данные спрашивали про женщин. И я всегда женщин вписывала, и у меня всегда была отдельная строка, и были дети. И были дети не просто дети, а были мальчики и девочки. Потому что это тоже важно. Звичайно, так. Вот. Поэтому ну, для меня, вот, я не знаю, там оптика не направлена на детей, и это очень-очень печально. А работа ведется вот колоссально. У нас, кстати, тоже есть психолог, который работает конкретно с детьми. Она работает и с женщинами пострадавшими, но она работает и с детьми. Вот с детьми гораздо сложнее работать, потому что дети воспринимают это как норму. Дети, которые там несколько лет живут в тотальном насилии, для них это норма. А вырастет эта дитина, она уже может взять себе как модель поведенки саме такую, что батько робив. Чи як мама Или вела мама себе, вела і що тоді, да. як да. працювати з цими дітьми, це будуть дорослі люди, які вже да. скалічені з самого дитинства. Да. Ну, це страшно, насправді. І ми говоримо зараз не тільки про окремі особистості, а про взагалі ціле українське суспільство, да. яке буде страждати зараз, на сьогодні. Ми це розуміємо. Да. 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 Это... Пані Людмила, а як думаєте ви, ось справді такі кроки серйозні, вони вже є. А коли ми зіштовхнулися з проблемою COVID, і зараз також ця тема залишається, то куди звертатися жінці? Насамперед, якщо вона справді є жертвою насилля, про чоловіків не будемо говорити, бо чоловіки, можливо, вони теж і є, можуть бути жертвами насилля, чи психологічного, чи навіть і фізичного. Ну, да. Але якось вони менше звертають на це увагу, так? Якось не прийнято, да, не знаю, да. поки що, на сьогоднішній день. Да. Більше жінок звертаються. Ну, більше жінок, тому що жінка, ну, по природе по своей она более уязвима. Ну, первое, она всегда, практически всегда она с детьми. Экономически она всегда стоит на уровень ниже, чем мужчина, это однозначно, ну, потому что у нас же в социуме как? Мужчина у нас кормилец, а женщина это как-то вот сзади. И когда это... бываешь по-разному? Ну, бывает, конечно, по-разному, бывает по-разному. Но я вам просто сейчас говорю про статистику. Мы-то говорим о статистике, и мы обращаем внимание на то количество людей, которое, ну, вот зашкаливает. Поэтому, почему я и говорю о женщине? Я абсолютно за гендерное равенство, абсолютно. И у нас иногда обращаются мужчины, это бывает очень редко, но они тоже обращаются. Ну, и по природе по
своей, наверное, не каждый мужчина может признать, що от сказати, такое що я да. жертва да. насилля. Да. Так, це да. взагалі, ну, висміють, так, по-перше. Ну, по-друге, да. це все суспільство буде знати, що ти жертва, да. так, да. а не зміг себе, ти не так, що ти сім'ю захистив, так, а себе не зміг захистити. Ну, я думаю, скоріше так. всього, це от ці от стереотипи, опять же, гендерні стереотипи. Знаєте, я от зараз теж обращаю внимание, йде маленький мальчик, не плач, ти же мужчина. В смысле, не плач, я вот живой человечек, имеет право на чувства, имеет право на какие-то эмоции, что вы делаете, вы растите уже калеку однозначно. Пані Людмила, так куди звертатися, що робити? 102, так? Да. Перше, ось перша інстанція, куди бажано би зателефонувати і... Я больше скажу, 102 это однозначно, но смотрите, угу. с чем мы сейчас сталкиваемся, мы даем инструктаж вот нашим женщинам, которые обращаются к нам, иногда приезжает 102 и... Ну, я не знаю, то ли из-за отсутствия профессионализма, но иногда бывает реагируют не так, как бы нам хотелось. Ну, я буду так вот мягко говорить. Це як? Ну, к примеру, там, либо сами разберетесь, либо идите там, пишите заявление потом следователю. Не всегда направляют женщину на СМЭ. Ну, вот не дают каких-то конкретных инструкций, а приехали, зафиксировали, и то не всегда зафиксировали. Либо иногда не хватает профессионализма определить, действительно это домашнее насилие или нет. Я просто сейчас вырвана из контекста историю. У меня женщина была 2 года в сопровождении, но она не решалась принять какие-то меры. Она приходила на группы, она все время жаловалась, но она была в позиции жертвы. И мы ее понимали, мы ее вели к этому решению. Мы никогда не говорим «разводись и живи счастливо». Никогда. Мы женщину пытаемся восстановить. Вот в какой-то момент она решилась, она мужу заявила о том, что она с ним разводится и уже терпеть она это не может. И она сделала шаг. Мы ее долго подводили, вызывая полицию. Когда она вызвала полицию, этот мужчина, он испугался. И знаете, что он сделал? Он вскрыл себе вены, ну так вот, чуточку порезал. И лег и притворился, что он там чуть ли не умер. И когда приехала полиция, и стала мне эта женщина звонить и говорит, они вообще не могут определить, кто здесь жертва. Да, и полицейский сказал, вы извините, а она ситуацию. В 2 раза его больше и говорит, она стоит вся заряженная, конечно, она заряжена, он бил ее только что. А он, говорит, валяется, и там даже там несколько капель крови. Как это? Понимаете? То вот в таких вот ситуациях, если патрульная полиция недостаточно компетентна, мы всегда советуем, звоните снова на 102 и просите, пришлите подкрепление, либо пришлют Полину, либо пришлют следующий наряд, и он отреагирует правильно и качественно. Понимаете, знаете, это человеческий... Это такая серьезная проблема да. нашего суспільства и, взагалі, компетенции тих органов, яких мы викликаємо. Так, на сьогодні с цим треба працювати. Да. І що далі? Як же вирішилась ситуація цієї жінки? Мені вже просто не зрозуміло, що ж далі. Рішилась в пользу женщины. Эти полицейские там, ну, он долго притворяться не мог, он открыл глаза, они поняли, что он в алкогольном опьянении, и он там уже стал проявлять агрессию. И они женщину даже отвезли, тогда еще был шелтер открыт, они привезли эту женщину к нам. Как бы отреагировали они нормально, но мы же не знаем, насколько у него там актерское мастерство, может быть, бы он отыгрывал еще полчаса, я не знаю, чем бы это закончилось. Я просто про пути. Смотрите, вызываете 102, если приезжает 102 и есть какие-то вопросы к экипажу всяким, это человеческий фактор. Они учатся все в одном учебном заведении, но у каждого своя оптика, и каждый смотрит по-разному на домашнее насилие. Тогда тут же звоните на 102 и просите просто, пришлите, пожалуйста, другой экипаж, я не могу найти общий язык с этим экипажем, потому что меня там в чем-то обвиняют. Если не помогает это, жалобу на 102, и тогда они будут реагировать. Есть общественные организации, но тоже мы не 7 пядей во лбу. Ночью мы не реагируем. Почему? Потому что как-то хочется сохраниться. Угу. Есть сеть пани Патронесса, я не могу наизусть сейчас сказать номер телефона, но можете искать нас в соцсетях. Есть пани Патронесса, есть дежурный диспетчер, который ответит и качественно проконсультирует. Все, звичайно, все это безкоштовно для всех жертв насилия. Треба просто вчасно зреагувати, и если уже є такі випадки у вашому житті, то, звичайно, треба цю ситуацію контролювати самотужки, дивитися, що, куди можна звертатися, як реагувати, ну і, звичайно, бути обачливими. Дуже хочеться всім і жінкам, і чоловікам побажати терпіння, так, розуміння, взаємоповаги. Ну, а що в цій ситуації можна сказати? Треба, якщо вже така сталася, то треба робити все можливе, аби її вирішити. Я вам дуже дякую, пані Людмила, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.